Как вы думаете, что важнее всего для артиста в период гастролей? Для артиста в период гастролей важнее всего, чтобы его оставили в покое надоедливые журналисты. Но ведь если артиста оставят в покое надоедливые журналисты, то не будет артиста. Вот поэтому программа «Звездный розыгрыш» и не оставляет артиста в покое. К Валерию Леонтьеву за 15 минут до начала концерта приехала бригада якобы музыкальной программы «Якобы взять интервью». Но на самом-то деле мы решили испытать выдержку и терпение певца. Валерий Яковлевич, можно вас Валерой? Конечно. Да? Извините. Ой, я просто первое мое интервью, я молодой специалист, очень волнуюсь. Первое? Очень первое, да, представляете? Это очень знаменательно для меня, да. Вот. Итак, гость нашей сегодняшней передачи, человек, которого не нужно представлять, любимец публики Валерий Леонтьев. Итак, наш первый вопрос. Скажите, Валера, довольны ли вы гастролями? Валерий Яковлевич, извините. А Валерий Яковлевич. Ага. О чем? О том, что у Леры. Ай, простите. Ну, Яковлевич. Ну, переговорили. Итак, наш первый вопрос. Валера, довольны ли вы гастролями, прошедшими вот в Петербурге сейчас? Да, доволен, потому что я отметил свой очередной день рождения в компании 16 тысяч зрителей. Этому можно только позавидовать. Скажите, а вот после Ленинграда, где вы дальше намерены? Ленинград давно переименовали. Петербурга, извините, пожалуйста. Петербурга. Бурга-Петер. Скажите, после Петербурга, где вы намерены дальше гастролировать? Завтра я в Донецк улетаю. 45 градусов просил держать микрофон. Этот звук просто не идет совершенно. Извините. Тебе что, линейку туда привязать? Завтра я приеду в Москву и с поезда поеду в аэропорт и улечу в Донецк. У меня будет гастроль на Украине. Когда же вы отдыхаете? Что за идиотский надеюсь, вопрос? Надеюсь, что в июне. Йохан ты бабай. Будет отпуск. Да. Да, надеюсь, что в июне будет отпуск. Вашу программу вы назвали «По дороге в Голливуд». Mm-hmm. А следующую вашу программу, как вы намерены назвать, тоже с американским таким уклоном? Или все-таки она будет такой носить более русский характер, там, например, «Поездка в Гусь Хрустальный» или «Полет над Москвой»? «Дороги в Крыжополь». Чего ты смеешься? Он же ничего смешного не сказал. Боже ты. Я сейчас коплю репертуар. Это два альбома, над которыми я работаю. Один пишу с Игорем Крутым в Москве, а второй с Юрием Чернавским, опять же, в Голливуде. Наташ, ты у кого интервью берешь? У птиц? Микрофон не вверх надо, а 45 градусов. Умело. Пока трудно сказать, как будет называться следующее шоу, но сейчас я коплю репертуар для него. Это два альбома. Один я пишу с Игорем Крутым. Вот лох мы распустила, прислали тут лохундру. Вы отвечайте, Валерий Яковлевич, отвечайте. Один альбом я пишу с Игорем Крутым в Москве, второй с Юрием Чернавским в Голливуде. И когда соберется все, и тогда будет ясно, как будет называться следующее шоу. А скажите, вот такой вопрос. Тебе точно так же нужно держать. Скажите, вот такой вопрос. Что вы считаете самое вот главное в женщинах, а что в мужчинах? Вот что вы больше? Естественно, но в женщине самая главная красота, а в мужчинах сила. Ну что спрашивать? Спросить что-нибудь умное, оригинальное, ну, я не знаю, там, творческие планы спросить. Может, вам местами поменять? Ну, я-то не журналист, а я с удовольствием кого-нибудь прислать. И какие у вас творческие планы, Валера? Творческие планы, я только что о них рассказал. Только что рассказали о них. Не делай мне замечаний. И поправь свои патлы, я тебе сказал. Йохан, ты бабай. Возьми тетрадку, если ты не хочешь говорить. Извините, ну я все... Возьми, если записано, лежит сзади, возьми, говори. Давай тетрадку. Я попробую читать и отвечать. Вот именно, сейчас так получится. Возьми и читай по тетрадке, сдавай. И микрофон держи правильно. Я все помню. Осторожно, давай, быстро, в темпе. В темпе, давай.
Давай, читай. Скажите... Громче, Наташа. Скажите, вы не... Сейчас. Ну, давай еще раз, давай. Извините, пожалуйста, Валерий Петрович. Ну, меня просто... Скажите, мечтали ли вы когда-нибудь стать киноартистом? Мечтал. Наташа, а тетрадка так и будет в кадре. Ну, задай вопрос и убери. Ну, просто ты мне сказал ее... Я сказал. Положить. Я сказал положить тетрадку. Быстрее. Ну, быстрее, я могу ее убрать. Быстрее. А вот сказали вы, что вы мечтали быть киноартистом, а сейчас это мечта есть? Есть. И? Мечта. Ну, это хорошо, когда мечта есть. Я хотел улыбаться тебе, когда ты задаешь вопрос, как там интервью получается, грустно. Улыбайся после каждого вопроса, и микрофон держи так, как надо. Совершенно запустим. Почему у нас на троих беседы? Замечательно получилось. Меня там мы вырежем, ну а что останется от этого? Давай еще спрашивай. Где? Вот посмотрите, что это такое. Честное слово. Где микрофон находится? Между кем? Ты кого ну, спрашиваешь? Чтобы мы все... Давай, говори. Я прицеливаюсь. Скажите, Валера, вы помните ваш первый выход на сцену? Валерий Яковлевич. Это не принципиально, в конце концов, Яковлевич, не Яковлевич. Первый выход на сцену помню, да, это было где-то в районе первого класса общеобразовательной школы. 45-й В районе первого класса общеобразовательной школы я впервые вышел на сцену, потому что был человеком очень исполнительным, меня просто заставили это сделать. Никакого желания не испытывал. Извините, ну что, но ты где сидишь, Господи? Спина ровно. Она как будто сидит вот на чтении. Все. А, скажите, а вы танцем занимались? Или это такие природные данные у вас замечательные? Или какая-то есть база? Спасибо. Вагановского училища нет. Это совершенно точно могу вам сказать. А немного занимался с хореографами? Ну, вы блестяще, блестяще танцуете. Наташа, возьми, повтори, пожалуйста, свои вопросы. Извини, пожалуйста, извините, Валерий Викторович. Я пару вопросов вам задам, и все. Я буквально один вопрос задам, и я сам подержу правильно. Присядь, пожалуйста. Как вы вообще относитесь, когда вот вас достают? А я, как вы смогли заметить, весьма и весьма терпели. А, это намек на то, что мы вас достанем. Без 5-6 время. Без 5-6 уже. Без 5-6, хорошо. Ну, это наша новая программа, которая называется «Звездный розыгрыш». И мы вас достали специально для того, чтобы вы перед концертом улыбнулись нам. И нашим зрителям. Это было все подстроено. С огромным удовольствием. Я считаю, что мы очень мило побеседовали. И монтировать, резать ничего не придется. Спасибо большое. А можно вас поцеловать? Все. Да, необходимо. Ну, хоть этому тебя научили в институте, Йохан ты бабай. Счастливо вам отыграть. Спасибо. Звездный розыгрыш, смотрите вы.